Так, сегодня я расскажу о лаваше, который как пекут их. Вот тонкий лаваш, вот такая ручная самодельная печка. Вот на них готовят. Это лаваш тонкий. Они, видите, цвет такой ярко-желтый. Туда добавляют куркуму. Из-за этого она такая желтая. Они их продают. Конечно, их-то их не труд. Стоит одна штука 15 рублей. Я всегда у них покупаю, так как они мне очень нравятся. Вот, нравится то, что вот все сделано вот такие. И пекут они очень тонкие, красивые, большие, не маленькие. Вот, тот, кто не знал, это сделано из куркумы. Это не сырный лаваш.